Вот, пожалуйста, рейтинг новогодних блюд. Да. Мучного что-то хочется. Ну, я хачапури там не помешал бы. Вот оливье, оно обязательно должно быть. Ну, что-то завелся. Основное, давай выберем, я очень прошу тебя. Фаршированные яйца. Не, ну в топе. Селедки под шубой не вижу. Ну что вот ты предпочитаешь на Новый год? Всем привет! Всем привет! Сегодня мы составим рейтинг новогодних блюд. Итак, поехали. Холодец. Маринованная. Фаршированные яйца. Оливьешечка. Бутерброд с красной икрой. Запеченная утка с яблоками. Бутерброд со шпротами. У меня одни бутерброды все. Буженина. Мандаринчики. И салат с крабовыми палочками. Итак, поехали. Предлагаю начать. С конца. Пожалуйста, ты первый. А я думаю, что холодец будет у нас в конце. Такие закусочки, да? Да. По закусочкам. Тогда предлагаю сразу кабачки тоже отправить. Кабачки вообще предлагаю отправить на 2 января, нет? Потом. Согласен. И, а как бутерброды со шпротами? Я видел где-то здесь. Вот они. Со шпротами. Это, кстати, заметил, это единственное рыбное здесь, по-моему. Да. Ну вот еще есть это, но, конечно, нет. Селедки под шубой не вижу. Как ты считаешь, она должна быть на столе? Обязательно. Но ее, к сожалению, нет, и поэтому... Бутерброды со шпротами отправляем к холодцу? Не, мы их вообще отправляем. Вообще? Да. Я думаю, что... Можно просто это шпроты достать и так далее. Можно вот грибочки. Маринованные. Согласен. Да. Согласен. Может. Так. Что у нас? Я думаю, что еще что-то из закусочек. Да? Основное. Давай выберем. Я очень прошу тебя. Хорошо. Тут особо выбора нету такого мощного, но... Не, ну в топе, давай в топе тогда. Ну вот что вот будет. Ты предпочитаешь на Новый год? Вот просто. Ну оливье. Вот оливье, оливье, оно обязательно должно быть. Ну вот не такой должен быть чуть оливье. Тут должна быть копченая колбаска. Ну тут уже на любителя, ты согласен? Согласен, но первое но место оливье... это первое место. Да. Без него место. Никак на Новый год. 100%. Мандарины? Это тоже. Это гран-при. Это, да. Мандарины тоже мы отправляем на первое место. Да, это, потому что в магазинах их перед Новым годом просто не найти. Согласен, все скупается. Так, что у нас дальше? Я думаю, что... Салатик. Да, салатик. С крабовыми такое, палочками. Когда ты оливье съел и что-то не хватает, да. Надо... Вот как раз крабовые палочки, да, они дополняют. Я предлагаю вот с бутербродом с красной икрой разобраться. Да, он обязательно должен быть. Он что у нас, третье место занимает? Да. Нет, он занимает четвертое, а третье... Основное выберем, да, такое? Тогда здесь должна быть еще селедка под шубой. Селедочка здесь должна быть, согласен, да. Вот можно сделать... Нет, это ладно, это 2 января вот это все. Вот это 2 января. Фаршированные тоже предлагаю вообще, но не делать их даже. Новогодний стол не идут. Предлагаю основное выбрать, короче, и... Просто ну вот что ты думаешь? Ну я, если честно, ни то, ни другое бы да, не выбрал. Да, да, что-то... Если честно, то я мучного, тоже. Мучного что-то хочется. Например? Ну, например, хачапури там не помешал бы, знаешь. Ничего себе. Это грузинский новогодний стол, да? Да, такой чуть-чуть, мучной. А что еще? Еще? Да. Сациви, например. Куриный. Я считаю, что все равно, наверное, уточка попраздничнее будет, да? Буженинку можно и 1 января так нарезочку сделать. Согласен. Что вот так. Вообще можно и добавить, знаешь. Буженину тогда можно вот сюда, закусочки тогда, да, или сюда, или кто сюда. Кто что желает, там, рыбочку или буженинку на хлеб. Вот с этим мы... Кстати, на хлеб, да, тоже буженинку, бутер сделать? Да. Вот, пожалуйста, рейтинг новогодних блюд. Да, ориентировочный. Да. Селедки, да? Под кофтой. Хачапури не будем дописывать? Не. Спасибо, что были с нами. Может быть, вы хотели бы добавить какие-то блюда? Пишите свои блюда в комментариях, и пусть все у вас будет так, как вы захотите. Будьте счастливы и, самое главное, здоровы. С наступающим Новым годом! Коронное блюдо? Ну, мяско могу пожарить. Из последнего мяса, наверное, да. Потому что было лето, на улице часто собирались, поэтому мясо. Я готовлю тоже, да. Белый омлет и тосты
с авокадо. Из десерта это... Что-то ты завелся уже, чизкейк. По-моему. Чизкейк, шоколадный чизкейк. Ты потом расскажешь где-нибудь в другом месте. Я тебе серьезно говорю.